распахнул свои двери, и мы ждем начала игры. Еще несколько минут. Мы видим тактическую схему на эту игру. Похоже, феерии в атаке от этой команды сегодня нам не ждать. Вторым номером вот конек этой команды. Они садятся в оборону и дают сопернику определенную свободу, играя скорее на разрушение, чем на созидание. Именно так. Они осознанно отдают инициативу, но мы-то знаем. Распахнул свои двери, и мы ждем начала игры. Еще несколько минут. Мы видим тактическую схему на эту игру. Похоже, феерии в атаке от этой команды сегодня нам не ждать. Вторым номером вот конек этой команды. Они садятся в оборону и дают сопернику определенную свободу, играя скорее на разрушение, чем на созидание. Именно так. Они осознанно отдают инициативу, но мы-то знаем, что весь матч в обороне сидеть за... Распахнул свои двери, и мы ждем начала игры. Еще несколько минут. Мы видим тактическую схему на эту игру. Похоже, феерии в атаке от этой команды сегодня нам не ждать. Вторым номером вот конек этой команды. Они садятся в оборону и дают сопернику определенную свободу, играя скорее на разрушение, чем на созидание. Именно так. Они осознанно отдают инициативу, но мы-то знаем, что весь матч в обороне сидеть за... Распахнул свои двери, и мы ждем начала игры. Еще несколько минут. Мы видим тактическую схему на эту игру. Похоже, феерии в атаке от этой команды сегодня нам не ждать. Вторым номером вот конек этой команды. Они садятся в оборону и дают сопернику определенную свободу, играя скорее на разрушение, чем на созидание. Именно так. Они осознанно отдают инициативу, но мы-то знаем, что весь матч в обороне сидеть за команда применит на эту встречу. И иначе. Джейми Варди. Идут они в атаку. Команда применит на эту встречу. И иначе. Джейми Варди. Идут они в атаку. Теряют. Команда применит на эту встречу. И иначе. Джейми Варди. Идут они в атаку. Мы видим тактическую схему на эту игру. Похоже, феерии в атаке от этой команды сегодня нам не ждать. Вторым номером вот конек этой команды. Они садятся в оборону и дают сопернику определенную свободу, играя скорее на разрушение, чем на созидание. Именно так. Они осознанно отдают инициативу, но мы-то знаем, что весь...